Я идиот. Честно говоря, я не заслуживаю быть супергероем. Меня и запомнить-то не за что. Ай! У Шишки есть супергерой в красном геройском костюме и с молнией на груди. Аквамен, огромный качок и такой зачетный мужик. А Бэтмен, он вообще мега крут. А я какой-то никакой. У меня прям синдром самозванца. Ну и фиг с ним. Проехали. Короче, волшебник дал мне кучу суперсил. Но потом все отхватили суперсил. Куда это вы, народ? На Махач. Понятненько. Ну и теперь каждый сам по себе геройствует, а у меня от одиночества крыша едет. На всякий случай, напомню, я педиатр. Понимаете? Послушай меня, Билли. Судьба нашего мира висит на волоске. За тобой охотятся дочери Атласа. Дети рассказали мне о силе всех богов. Шазам! Зря ты меня обидел, Билли. Послушайте, у меня, может, и поменьше опыта будет, потому что я не древний Бенс. Без обид. Но я все форсажи посмотрел, и я в теме. Самое главное это... Семья! Семья! Ребят, ну алло, это ж был знак! Мир не переживет эту катастрофу. Нам их не победить, они сильнее. Если ты думаешь, что я въехал, как всех спасти, ты ошибаешься. Билли, героем может стать каждый. Главное дать шанс. Так иди и спаси семью. Спаси наш мир. Я жахнул автобусу по дракону. Сам себе завидую.